Россияне, занимающиеся спортом, могут рассчитывать на налоговый вычет. Закон вступит в силу в следующем 2022 году, а воспользоваться преференциями можно будет только в 2023. Вернуть получится 13% от фактически уплаченных денег, но не более 15 600 рублей. Об этом съемочной группе программы «Челны-24» рассказала старший помощник прокурора Набережных Челнов Алсу Юнусова. Новый социальный вычет предоставляет, исходя из фактических затрат налогоплательщика на физкультурно-оздоровительные услуги, включая занятия фитнесом. В расчет за год включат не более 120 тысяч рублей. Воспользоваться правом на вычет можно не позже 3 лет с момента уплаты НДФЛ. Важный момент. Преференция действует не только на человека, который сам посещает фитнес-клуб или другие спортивные учреждения. Налоговый вычет можно получить за детей, в том числе усыновленных, которые занимаются в спортивных секциях. Чтобы вернуть деньги, есть одно основное требование. У налогоплательщика должен быть официальный доход.